Всем доброе утро, ребят. Ну что, с праздником, с 8 марта, женский пол. Я надеюсь, вы поздравили девочек. Ну, что вам пожелать? Счастья, здоровья, любви, побольше само в битве замков, поменьше сливов на битве гильдий и поменьше играть в эту игру. В общем, у нас сегодня обзорчик, не буду рассказывать много. Дел полно, честно скажу, планов тоже дофига на сегодня, поэтому вот такой вот наборчик у нас за вход. Не, как ни странно, дали какие-то плюхи на 8 марта, удивительно аж. Так, поехали, посмотрим. Женский набор, сейчас посмотрим, 1 плюс 1, цветущие. Я провтыкал сегодня, форты у нас должны быть, были быть, я их тоже провтыкал. Сейчас, на столочке. Я вчера здесь у нас столки забрал. Чик. Розочку. Это реально круто. Так. Временные акции. О, ничего себе. Смотрите, что на русском начали давать. Набор поклонника. Женский набор. В общем, все как обычно. Ничего интересного, ничего нового. Ну, хотя бы дали халявный набор. На 8 марта, в принципе, это хорошо. Всем пригодится. Честно скажу, в последнее время что-то харит от битвы замков. Блин, даже что-то снимать, заходить, не знаю. Может, это пройдет. Я сейчас больше играю в другие игры, более интересные. Так, тут тоже дали нам плюхи, ну... Неплохо, неплохо. 1000 самов. 1 плюс 1. Спринпак. Шопинг спри. Шопинг спри таки. Не, немножко поменяли. Добавили обезьяну. 500 эссенций. Кичи прайс. Хватаечка. Не, ничего не дали. Новая хватайка, что ли? Посмотрю. Була запихнули. Уже что-то здесь шаманили. Лайты, проспекторы. О, пиратище. О! Вспомнил видос Андрюхи. О, привет. Так, пирата здесь не поменяли. Пирата поменяли только на Тайване. Там реально кайфовый пират. Новые, ну, возможно, со временем и на других поменяют. Так, здесь без изменений. Запихнули скин на Некроса. Того, что надо, нам нету. Ну, короче, такое. Ну, как обычно. Такс. Базары, понятно. Огник Мэри. Вся фигня, все дешевеет. Все неинтересно. Так, что сегодня найм есть? Посмотрим, что там. Добавили спектр. Расходники обычные. Кстати, не удешевляются камни здесь. Единственный вариант, это как Андрюха делал, брать через этот, через 10-15 паков на столке. Ну, это тоже не особо интересно. Так, понятно. Ну, в принципе, я смотрю, ничего такого нету. Поехали дальше. Обычные, как видите, пораздавали паки. И все, больше ничего нету. Так, вот такой вот приз и здесь. Ну, в принципе, если так разобраться, плюхи для бездоната очень кайфовые. Но все равно не то, чего хотелось бы, как на некоторых серваках раздают. Так, сумочки собрал, отлично. У нас интересного здесь есть.
тут, кстати, вот что-что, а магазинка здесь реально печальная. Ну, она, по сути, без доната не особо нужна. Самое главное, что здесь бездонатные акции офигенные просто. Просто бомбические. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Базар, маркет. А, понятно. Я, кстати, провтыкал зефира здесь собрать. Да. Так, поехали на Тайвань. Посмотрим, что на Тайване приготовили. Хрусталка. Короче, на Тайване тоже нифига нету интересного. Сейчас я чекну еще другие серваки. Может, на них что-то дают. Хотя сегодня у нас выходные, пираты. Странно. Так, понятно, это мы не обновляли сервак. Поехали на португальский. Надо еще на итальянский будет заскочить, как-то посмотреть, что там. Там тоже офигенные плюхи раздают. Ну, на некоторых серваках есть возможность собрать и лисицу, и барда без доната с пиратов. Это реально круто. Кстати, на русском сервере, по-моему, так и не было. Вторая карта дальше идет. Да, тут ничего такого нету сегодня тоже. А за питомцев. О, кстати, за питомцев, посмотрите, до сих пор возврат сам идет. Это реально крутая акция. Считайте, 10 тысяч тратите, но возвращаете себе. Ну, хотя здесь плюхи такие себе, но питомцев получаете. Так. Ну что-то дороговато здесь паки с расходниками. Может, это минималка, я не знаю. Накопление тоже какое-то странное. 5 карт за 38. Здесь что, бонусация прям мега вау. Вроде нет. 1 плюс 1. Шарики. Такое себе, ничего интересного такого нету. Странно. Странно, странно, странно. Ну, по крайней мере, блин, сегодня и форты, походу, и на английском я провтыкал. Ничего страшного, отдохнем. Или будут, не, на английском у нас должны быть. 2 часа 21 минута. Это я на русском сервере провтыкал. Порты сегодня запустить. Ну, бывает. Честно скажу, надо отдыхать немножко от битвы замков. Потому что сильно-сильно на последнее время напрягать начало. Много, не знаю, неинтересных вещей, блядь, в обновлениях, которые просто тупо убивают интерес к игре. Так заходишь еще по привычке посмотреть. От обновы до обновы делать, по сути, нечего в игре. В общем, такие вот дела, ребята. Еще раз с 8 марта пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.